Всем здоров, братва, на связи, как всегда я, Малфой. И это 33-я серия пути ютубера на Блэкраше. Ко мне дошли слухи, что на аукцион слетела одна интересная заправка. Вот она, красавица, название у нее Левис, но зеленая надпись все подтверждает. На карте она находится вот в этом месте, и это ближайшая АЗС Клыткарина. В моем списке целей есть такой пунктик про заправку, но пока что спешить с покупкой я не хочу. До конца аукциона 12 часов, и уже какой-то парниша сделал ставку 63 миллиона. Я бы, разумеется, поставил бы больше, и 200, и 300, и даже 400 кака. Но зная себя, я просто забуду заказать топливо, и оно все послетает. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще по поводу этого бизнеса, а я залетаю на контейнеры. Они уже длятся 5 с копейками минут, и надеюсь, мне что-то достанется. А хотя стопэ, я же вам забыл показать мои вчерашние приключения. Скин пирата я, к сожалению, не смог продать, и придется хоть как-то поднимать бабки на контейнера. На балансе 575 миллионов, и я заметил один прикол. Почему здесь так много домиников Торетто? Это что, какой-то промокод завезли или что? Ого, что вы тут творите? Зачем так кричать? Лучше давайте топайте за мной и будем смотреть, что нам выпадет за 10 миллионов. Но это при условии, что мою ставку не перебьют. Под странные звуки контейнер открывается, и здесь прекрасная Ламба Урус. Забирать себе я ее не буду, лучше сразу продам в гос. Плюсанули мы 3 миллиона 770 тысяч. А вот теперь я, кажись, понял секрет тактику, как же хорошо окупаться на конта. Ставим ровно 10 миллионов на еще один Дубай и смотрим, что нам выпадет. Вот подлюка, блин, все-таки перебил мою ставку. Ну ладно, ставим 10 миллионов 500 тысяч. Падает нам BMW i8 E-Drive в плюс 840 косарей. Меня настолько сильно зажали, что я тупо не могу выйти. Что бы я делал без админки, я даже боюсь представить. Короче, суть тактики заключается в том, что мы должны сделать ставку либо 10, либо 10,5, либо 11 миллионов. Не знаю, почему так происходит, но такое впечатление, что эти красивые цифры и дают шанс окупиться. Вот такое хорошее выступление, я делаю ставку 10,5 кака, а Дон Кихот меня перебивает. Ставка у него 10,666,123, и давайте ради интереса посмотрим, насколько он уйдет в минус. Будем сидеть в слежке, потому что такие чуваки сразу же продают контейнер, и ты тупо не можешь рассмотреть, что же выпало. Не буду называть точную сумму, но баланс уменьшился на 2,5 миллиона. К сожалению, дубайских контов у нас больше не наблюдается, и придется проверить тактику чуть позже. А пока есть время, снимаем деньги с банка семьи, покупаем 5 автокейсов, и падает нам Шевроле Камара, Лансер Эволюшн, Форд Мустанг, Дукати Суперспорт и 2 Субару VRX. Получаем все эти призы и сливаем в гос по таким вот ценам. На моем балансе 588 миллионов и можем спокойно перемещаться в настоящее, а именно на 29 августа 10.35. Показываем игроку, что у нас есть бабки, и второй раз перебиваю сразу на 10 миллионов. Со вторым контейнером точно такая же история, и перебиваем на 10 кака. Так, вы посмотрите на реакцию игроков, походу выпало что-то крутое. Опася, это же Ламба Урус, опять в плюс 3 миллиона 770 тысяч. Мою ставку в 10 кака перебили опять некрасивой суммой, и хоть он быстренько продал содержимое,
мельком там показался обычный Мерс, который, понятное дело, в минус. Ну окей, давайте еще 10 кк поставим, нужно же тактику до конца проверить. Хоть и хейтеры желают мне уйти в минус, в контейнере я вижу какую-то бэху. Это опять окуп, только уже на 7 100 000, ну просто красота. И знаете, что я еще вспомнил? На последний гелик, который я выбил в 31 серии, ставка была ровно 10 000 000. Скажете, совпадение? Не думаю. Перемещаемся на следующий час, и открытие контов идет полным ходом. Заливаем 10 000 000 на один контейнер, и меня опять перебили некрасивым числом. Не буду рисковать, а лучше просто зайду за ним в слежку. Баланс вам не показываю, но после продажи он получил минус 1 100 000. Делаем еще одну ставку 10 кк, и меня опять перебили. Да что ж такое-то, дайте проверить тактику. Мне нужна именно ровная сумма. Вот ему опять выпала какая-то фигня, и он опять меня перебивает. Обычно мне везет на 10 или 10,5, а сейчас я ставлю 11 000 000. И в принципе, вот тебе и сюрприз. Падает мотоцикл в минус 3,8 кк. Опять же, тактика не гарантирует вам окуп на все 100%, но какой-то шанс окупа все равно повышает. Вот смотрите, следующий контейнер за 10 кк, и падает мне бэха в плюс 1 340 000. Короче, я теперь понял, как буду ставить в следующие разы. Ставка 10 000 000 какая-то везучая. Пытаемся продать свои скины пирата какому-то мажору, но, к сожалению, он предлагает прям смешные цены. 500 косарей за скин девушки пирата? Но вы серьезно? При условии, что в донате ее не купить. И единственный вариант — это получить с Black Pass за 35 этап. Ой, ладно, открываем парочку автокейсов, сливаем призы в гос, и у меня наконец-то перевалил баланс за 600 000 000.